Всем привет! Продолжаем снимать сезон, который называется «Как правильно путеводитель по городам». Мы долго думали, куда поехать снимать, а тут погода еще такая. Ребята, я все делаю для вашего проекта. Езжайте в какой-нибудь классный город. И мы выбрали этот город, он называется Озерск. Раньше он назывался, не помню как, вот здесь напишем сейчас, как он раньше назывался. Это проект «Окей, Гурьевск». Поехали! Город Озерск, моего детства, я тебя люблю. По тротуару, по дороге, медленными шагами иду по городу, стихами душу наполняю. Мимо серых домов, дворами старыми, в Озерске остаются лучшие воспоминания. Привет! Чуть-чуть общения. А что музыку вырубили? Давай врубим музыку. Прикольно же было. Это же не гимн Озерска, нет? Не Озерский народный ансамбль исполняет? Да нет. Нет? Что можете про город вообще рассказать? Очень красивый город. Кто красивее, ты или город? Город. Город красивее? Да. Это ваш чистый герб, да, вашей школы? Да. Давай можешь рассказать, что значит? Что значит книжечка? Книжка на учение. Так, солнце. Солнце, как бы. Книжка это типа учеба. Ну, да. Солнце это типа солнце. Да. Да. Мы вот, мне кажется, нашли друг друга. У меня тоже, видите, с цветочками, и у вас цветочки. А насчет чего? Про Озерск, про город вообще. Ой, я новенькая здесь. Ну вот как вам город? Вот, ваши ощущения? Маленький, хороший городок, культурный, не опасный. Что можно делать? Вот вы выходите на улицу. Сейчас мы с супругом хотели купить вилы, лопаты. Вилы и лопаты? Чтобы сделать этот город опасным? Нет. Сами с Озерска? Нет. Откуда? Из Гусева. Просто приехали, потусить или что-то здесь? Мы учимся. Где учитесь здесь? Озерский техникум природообустройства. Вот вы учитесь техниками, там умные люди вообще учатся. Ну, 50 на 50. Давайте сейчас проверим. Если нет, то потом спишем, что вы с Гусева. Типа, поэтому вы, типа, ну, не ответили неправильно. С какими странами граничит Озерск? Странами? Со странами? Не знаю. Давай, Литва, наверное. Литва, так, еще какие-то страны есть или только с Литвой граничит Озерск? Нет. Я не знаю. Со скольки лет в России разрешается официально воровать? Не разрешается. Не разрешается. Точно? А убивать? Нет. А в Озерске? Нет. Смотря кого. Как относитесь к гомофобам? Гомофобам плохо. Гомофобы плохие люди. Тех, кого гомофобы презирают. Есть такие люди? Да, есть. Встречали серьезно в Озерске? Да, серьезно. И что, нормально вообще? В Озерске типа опасно, наверное, быть таким? Опасно, да, но у меня здесь есть друзья. Я одного видела. Ну вот. А как это он может быть один? Он же типа должен быть как минимум, должно быть двое. Я только одного видела. Один. Он такой, он единственный в мире такой, типа гей-одиночка, да? Друзья, если помните в выпуске про Славск, мы там показывали, какие некреативные названия у магазинов, которые были названы в честь женских имен. На самом деле мы все поняли, все креативные люди из Славска переехали в Озерск. Вы, да. Я так понимаю, не из Озерска? Коренной житель. Серьезно, с Озерска? Конечно. О, похож ты. Спасибо, Кухня. Чего веселые такие? Есть какой-то повод, судя по всему? Конечно, не просто так. Красная осень, байдарки на реке, веревочный парк, велобайдарочный маршрут, так. Кукурузный лабиринт. Можно как нам небольшую экскурсию провести? Можно. Мы сейчас прокатим. Вы снимете город с воды. Опа. Без этого навода а что, нельзя. А какой-то цвет прям? А что-то значит красный цвет? Губернатор в похожем был. Опа. Месяц назад. Вообще оригинально в Озерске такси. А вы сами вообще с Озерска? Я с Питера. С Питера? Ну, да, сейчас живу здесь. А что вообще стоит по ценам, если чтобы люди вообще знали? По ценам? Смотря как. Как договориться, да? Да, да, да. Все, ну вот наша камера, вот сколько, на сколько сойдет поездок, если мы ее отдадим. А, нет. Дорого сильно. Слушай, а бывает такое, что все равно, типа, знаешь, девочек, типа, красивых, типа, давай я покажу тебе город, типа, там. Я, типа, с Питера, там. Нет, я ни разу так не катал. Может быть, пора? Может быть, купится кто-нибудь? Да, ну, сейчас девочки больше на машинах любят, чем на байдарках. Надо, короче, я понял, короче, схема какая, вы должны также подплывать к девочкам на берегу, включать музыку громко. Руку, типа, вот так вот, знаешь, как любят они вот так вот, типа. В окно? Да. Вы уже опять здесь? Вообще, вы представляете, как мы быстро все это сделали? Это вам. Опа, скидкой, скидочка. Да. 50% на 50% все. 50% на все. А может, мы разыграем среди подписчиков? Это что-то твое? Нет, не имеет отношения? Да, это шарики. Ну, пойдем. Пойдем? Давай, залезем. Ты будешь залазить? Да, давай. Обочки. Давай, я тебе посох твою верну. Так, подожди, что надо делать? Ты мне не сказал, что делать надо. А, вот, собственно, ты и показал, что надо делать. Давай вдвоем на одного. Слушай, а кто-нибудь вот за все это время крал у тебя этот костюм? Нет? Не было. Не было, да, такого ни разу вообще? Никто не крал, да, у тебя костюм? Правильно. Пацаны, привет, можно немножко с вами пообщаться? Насчет чего? Чуть-чуть, ну мы, короче, про город снимаем.
Про город? Да, про Озерск вообще как? Озерск нравится вам? Ну да. Вы вообще хоть раз встречали в Озерске странных людей? Нет. Нет? Сегодня таких людей вообще не встречали? Нет. Ну, которые типа вот таких непонятных костюмах ходят с микрофоном? Нет. Ребята, привет, что тащите, что тащите? Что воруете? Что делаете? Что тащите? Что меняете город? Озерск. Почему в одинаковых футболках? Что происходит? Мы волонтеры. Волонтеры должны говорить веселее. Волонтеры. Нет? Про Озерск. Нормально. Что, классно? Нормально. Иди сюда, кто это будет говорить? Давай, какой город? Самый лучший. Ближе к моей душе. Что такое? Что такое? Фотографируйте меня, Динамо бежит. Куда бежит? Куда бежит? На вокзал. Куда? Что происходит? Билет надо покупать. Все, давайте. Динамо? Да. Извините, там Динамо было. Что происходит в этом городе? Что-то все время кто-то куда-то бежит. А учитесь сами, может быть, уже? Ну, да. В техникуме вот. С такой грустью сейчас это сказал. Поступил. Не туда поступил? Я куда хотел? Туда. Куда хотел, честно? Ну, в Калининград куда-то. А теперь ты вынужден в майке говорить, что Озерский техникум самый лучший. Самый лучший! Чем ты занимаетесь? Я волейболом и теннисом. И рисую, и пою. Какая-то песня есть волонтерская? И где-нибудь про Озерск надо будет ставить. Где на семи ветра один мотив в Озерске. Все. Все. Прям очень позитивно было. Что можно в этом городе делать? Вот мы приехали сегодня первый раз в Озерск. Первокурсник, поэтому это недолго, это всего 3 недели. Ты приехал откуда сюда, в Озерск? Из Калининграда? Поселок Мозырь, Правдинский район. Девочку найдешь себе? Девушка есть? Я не собираюсь еще искать. Почему? Нормально же, девушка же прикольная. В Озерске не очень, да? В Правдинске лучше. Как вообще считаете, умные вообще парни живут в Озерске? Ну да. С какими странами граничит Озерск? Без понятия. Не знаете? Ты что, ты сейчас побибикал? Да. А мы можем так, после каждого ответа, короче, включать. А какой праздник празднуется в Озерске 32 сентября? Никакой. Почему? Без понятия. Надо включить, правильный ответ был. Давайте продолжим логический ряд. Осень, зима, весна, лето. Осень. Потом? Лето. Неправильный ответ ты должен. Когда неправильный ответ, да. Все, видишь, неправильный ответ был. С какого возраста в России официально разрешено воровать? Не знаю. С любого возраста. С любого? Да. Правильный ответ, давай, керач. Можно чуть-чуть пообщаться с вами? Я сегодня не в презентабельном виде. А, она прятала колбасу. Хорошо, ребята, вы сказали, что умные люди живут в Озерске. Давайте проверим, позащищаем честь Озерска. С какими странами граничит Озерск? Олеговна. С Польшей, Литва. Польша, Литва, еще с какими граничит Озерск? Вот не Калининградская область, а именно Озерск. С Украиной. О, ты английский знаешь? Нет. Украина. Что можно делать в Озерске? Борьба. Ты борьбой занимаешься? Угу. Был случай, когда бил кого-нибудь уже в Озерске? Да, конечно. Сегодня тоже буду. Будешь? Да, давай можете... мы проанонсируем мероприятие. Во сколько сегодня будет драка? 8 часов возле больницы. Можете прийти, 8 посмотреть. 8 часов возле больницы, чтобы удобно было сразу. Возле больницы сразу в больницу человека отвели. Да. А с кем? С кем будешь драться? О, это там 3 девочки. А что они сделали? Почему? Что за стрелка? Язычок длинный. Прям, и ты типа с ними договорилась? Мы прям позвонили всем, позвонили, все договорились, толпа придет, мы будем разбираться. Серьезно? Не, реально, не шутишь? Нет. Как тебя зовут? Ангелина. Какие-то фотки будут? Конечно. Конечно, на камеру и вам потом покажем. Парочку вопросов вам задать. Не-не, у нас на самом деле просто очень важная информация есть. Мы сейчас общались с ребятами, сказали, что будет драка сегодня. 8 часов возле больницы. Разберем. Все, если что, ну спокойно, да, будет? Не, серьезно, чтобы мы не переживали. Потом скажу, что мы не передали просто информацию. 8 часов возле больницы будет стрелка девочка против 3 других девочек. Конечно, разберем. Все, спасибо. Слушайте, ну вы в курсе, что вас, за вас сегодня переживает вообще весь Озерск? Почему? Потому что вы Ангелину не знаете? Девочка такая Ангелина. Сестра моя. Да, знаем. Вот, она сегодня у нее стрелка с 3 девчонками, которые ее обидели. Я не знаю, твоя сестра или нет. Нет, это не она. Не про вас речь? Не вы сегодня будете драться с ней? Нет. Учитесь здесь, наверное? Да. На кого учитесь? За ЧС. Это что такое? Что МЧС России. Ты обязана сегодня 8 часов прийти к больнице, потому что там будет драка, тебе нужно спасти людей. Я еще пока не спасатель. На минуточку. Вы смотрите нас? Конечно, все выпуски. Все выпуски? Да. Как думаете, этот выпуск больше всего лайков наберет? Конечно. Вы тоже смотрите просто наш проект, да? Да. У нас фанатки. Конечно. Вы же нас смотрите? Да. Обязательно. Как называется наш проект?
А что мы не Давайте я вам сейчас скажу на ушко, а вы потом повторите. Окей, Гуриск называется. Окей, Гуриск? Да, все, мы сейчас переспросим, и вы скажете проект. Смотрите наш проект, да? Знаете, как он называется? Окей, Гуриск. Вот, все, видно сразу, что смотрите. Что про этот город можно рассказать? Какой он классный? Очень хороший очень город. Город нам очень красивый. Ну чего? Магазин теперь второй этаж и столовую. Вы сейчас рекламируете, наверное, ваш магазин там, нет? Нет, это райпо магазин, второй этаж, там это вот... Ну, мебель там всякая ерунда. Какую интересную мебель показываете. Ну, мебель вот такая, типа, танцевальная мебель такая. Молодежь уезжает в города большие. Ну, правильно, Галя, я говорю? Да, а как задержать? Вот вы, может быть, знаете, как задержать-то молодежь здесь, в городе? Работаю. Я работаю в больнице. К вам сегодня приедет Ангелина, запомните, 8 часов. Да. Ангелина, просто знайте это. 8 часов Ангелина к вам в больницу сегодня приедет. Не, ну просто интересует вообще, куда можно сходить, какие-то места. У нас есть клуб встречи. Ходит 65 человек. Танцуем, пляшем, веселимся. Ничего себе! Ходит там несколько человек. 65 человек. Мне, например, вот даром не надо этот клуб. Тоже ходите туда, да? Боже упаси. Боже упаси. А вот, может быть, как-то заманить подружек ваших туда? Я все время говорю. Люди ходят в столетние. Нет, да. Как будто бы подруги. Мне кажется, мы сейчас вас разругаем, блин, из-за нас. Из-за нас вы поругаете. Нет. Не ругайтесь, главное, не ругайтесь. Что можно делать в Озерске? В Озерске? Гулять, наслаждаться красотой города. Вы сами из Озерска? Да. Учитесь здесь, а? Где? Работаем учителями. Русского языка и литературы. Русского? И литературы. Обе. Классно. Весело, да? С таким энтузиазмом. Отлично. Классно. Хорошо. А вы что предложите? Предложите. Учитель русского, да? Да, учитель русского языка, да. Обязательно встанем. Есть! Мы теперь все вырежем, все, что мы говорили. И ставим только это. Останется только вы учитель русского литературы и предложите все. Ты ходишь, занимаешься, чем занимаешься? Тайский бокс. Ну, покажи какой-нибудь, типа, какой самый главный приемчик. На нем можешь показать? На нем, а на... Сразу бежал. Мы хотим, естественно, больше подписчиков, больше просмотров. Давай ты сейчас грозную стойку так станешь на камеру. И мы пообещаем, что если люди не поставят лайк и не сделают репост, то ты их побьешь. Как тебя зовут? Кирилл. Все, кто смотрит этот выпуск, если вы не поставите лайк, не сделаете репост, то Кирюха вас потом найдет. И что с вами делать, Кирюх? Ну-ка, фирменный пару раз таким. Да не смейся ты, блядь. Че ты ржешь? Да не, подожди, давай еще раз. Ты серьезно должен быть тут. Все, давай, поехали. Если вы посмотрели этот выпуск, не сделали репост, не поставили лайк, то Кирюха, ну какой он грозный. Он потом, сука, нахватит. Мы должны серьезно, они не поверят потом, они подумают, что мы прикалываемся. Итак, если вы посмотрели выпуск, не поставили лайк, не сделали репост, то потом Кирюха... Если вы посмотрели этот выпуск из Озерска, не поставили лайк, не сделали репост, то Кирюха найдет вас. Да че ты ржешь? Ну мы же договорились, бро. Все, Кирюх, соберись. Все. Если вы посмотрели этот выпуск, не поставили лайк, не сделали репост, то Кирюха вас найдет. Хорош ты. Мне кажется, весь Озерск собрался уже посмотреть на Кирюху. Все, давай опять типа отведешь камеру, типа, и такой. Все, все. Если вы посмотрели этот выпуск, не поставили этот гребаный лайк, не сделали репост, то Кирюха из Озерска найдет вас. И знаете, что он с вами сделает? Ну-ка покажи, Кирюх, что с вами сделаешь. Мне кажется, они нам не поверят. Поверят они? Поверят. Поверят, да? Верит нам. Кирюха, я... Сколько людей здесь. Сколько мы зрителей собрали. Вот таким был сегодня солнечным Озерск. И если внимательно вы смотрели выпуск, то вы помните, что нам вручили 4 подарочных сертификата, 50% скидка в кукурузный лабиринт в Озерске. На байдарках можно сплавиться, веревочный парк. Сделаем так, напишите в комментариях любой смешной, емкий, короткий, острый слоган, девиз городу Озерск, исходя из этого выпуска. И 4 самых прикольных варианта получат эти 50%. Потом привезете всю свою семью, покатаетесь. Все, мы поехали дальше, это был проект Окей, Гуриск, пока!